Привет, дорогие друзья! Вы на канале Инстапапа. Всех рад видеть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дизлайки тоже подойдут, в принципе, потому что я не возражаю. И обязательно нужны ваши комменты по поводу этого видео. В этом видео у нас на обзоре Lada Vesta SV. На резине Pirelli, на литых дисках, информативные зеркала с повторителями поворота. Ну, машина универсал, машина классная, машина надежная. Кто бы что ни говорил, как бы ни обсирали, не говорили, что эта машина говно, кто-то говорит, что эта машина шикарная. Я вам лично скажу сугубо свое мнение, поскольку я эту машину периодически эксплуатирую. Это машина моего племянника, и мне есть что про нее вам рассказать. Ну, что я думаю, очень немаловажно, что здесь как бы достаточно надежный проверенный движок, который... Сколько у него объем? 1,6 на палке. Движок достаточно уже давно себя зарекомендовавший. 1,6, палка. Все понятно, все просто. Никакого гламура. Опять же, машина настолько, я считаю, что надежная и удобная на все случаи жизни. На ней можно на дальняк. Багажник огромный, палатки, рюкзаки, все, что хочешь, загрузил и поехал. За грибами, ну, где опять вам позволяет дорога съехать. Поэтому сегодня мы прокатимся на ней. Я вам расскажу свои и обязательно только свои ощущения. Не буду углубляться в подробности технических характеристик. Много обзоров, об этом говорят. А почему много говорят? Потому что машина реально популярная, машина реально интересная, машина реально зачетная. Сейчас я вам расскажу про автомобиль более подробно. Пойдемте посмотрим, что у нас получается. Вообще, вот как в эту машину можно присесть, прилечь, привстать и вообще прочее. В принципе, сама посадка, ну, неплохая, скажем так. Головой об стойку не бьешься, но рост у меня невеликий, поэтому ничего страшного нет. В принципе, сидеть здесь удобно. Давайте посмотрим, что у нас на задних сиденьях происходит. А давайте для чистоты эксперимента переднее сиденье отодвинем назад, представим, что водитель высокого роста. Ребят, ну, это косяк реально. Вот если водитель высокий, ну, в принципе, высокий человек на заднее сиденье уже, ну, просто реально не присядет. Давайте я попробую присесть. Ну, скажем так, при моем росте 170 сантиметров от пола, ну, не совсем удобно, как бы. Потолка мне хватает. Опять же, если рост был бы мой рост был бы чуть повыше, я бы нахрена бы терся бы здесь. А так, ну, доехать можно. Из точки А в точку Б вы доедете. Но, опять же, места маловато, и посадка неудобная, и мешают вот эти вот подголовники. Прям вот упираются в спину. Поэтому здесь я Ладу Весту, так сказать, СВ не похвалю. Не похвалю, а скажу просто, что как бы ездить можно, ездить нужно. Ездите, не бздите, все будет нормально, вы доедете. Но не с таким комфортом. Поэтому давайте дальше посмотрим багажный отсек. Вот багажный отсек, я считаю, что это главная, основная задача автомобиля «Универсал». Давайте попробуем его открыть, посмотрим, как он на открывании. Есть дворник, что характерно. Дворник – это немаловажно. Почему? А потому что мы должны маленько смахивать, когда едем в дождь. Так. О, какие амортизаторы. Ха-ха. Ну, сразу же отмечу, полка прикольная. Место в багажнике – вагон. Залазить я сюда не буду, потому что уже потом отсюда не вылезу. Ну, всякие литраж и прочее-прочее, есть для этого другие моменты. Так, здесь под ковриком у нас еще что-то потайное дно. Потайное... О, смотрите. Все четко. Запаска есть, домкрат есть. Домкрат... Домкрат, блядь, пластмассовый. Да что ж такое, а? Сейчас на всех советских машинах идут пластмассовые нахрен домкраты. Кто там экономит, я понять не могу. Ну, вы сделайте нормальный домкрат. Ну, что это... Это что за прикол-то вообще? Пластмассовый домкрат. Ладно. Ну, ключ-то... А, ключ железный. Ключ железный, это уже хорошо. Ну, так, в принципе, вот видите, а-ля шумка. Эти бардачки для всякого шмурдяка. В принципе, нормально, пойдет. Для дальняка нормально. Здесь вот какие-то есть специальные штучки, дрючки. А это что такое? Оба-на. Сюда можно положить аптечку. Или еще какую-нибудь хрень полезную. Ну, удобно. Я считаю, что удобно, достойно. Все это четко ездит. Есть розеточка. Есть вот эти вот крепежи. Скорее всего, сеточку
обтягивать какой-то груз. Нормально, здесь достойно. Сейчас поедем послушаем, как она работает. Здесь, в принципе, рукояточки, две штуки, потому что достаточно тяжелый. Тяжелый у нас багажник. Хорошие амортизаторы стоят. Захлапывать будем потихонечку. Это же российская сборка. Поэтому все четко. Есть дополнительный стоп-сигнал, плавник, который играет роль антенны. Ну что, поехали покатаемся. Соловья баснями не кормит. Что, ребят, я вам хочу сказать так, кто бы что мне не говорил, кто бы что мне не рассказывал, мне лично, я не говорю, что я там великий эксперт или еще что-то, но мне комфортно, удобно в этой машине, работает кондиционер, не жарко, не пыльно, руль информативный достаточно, сигналы громкие. Давайте так, вот за свои деньги, это отличный аппарат, вообще абсолютно адекватный, меня он полностью устраивает. Можно, конечно, говорить, что могли бы сделать и дешевле, могли бы сделать и половче. Ну, блядь, щечку проморгал, елки-палки, как больно. Ну, ничего страшного, проморгал, так проморгал. Значит, деньги, которые стоит этот автомобиль, я считаю, да, конечно, маленько дороговато. Можно было подешевле. Это просто не обсуждается. Естественно, нам охота всегда подешевле. Ну, как знаете же, человек ищет там, где лучше, рыба там, где глубже. Но коробочка работает достаточно неплохо. Мягенько, хорошо, пробега на машине на сегодняшний день 27 500 километров. Машина 19 года. Ничего не брянькает. Мы с вами сейчас по такой неровной дороге ехали. В багажнике ни пластмасса не гремит. Шумку никакую, сразу скажу, сюда шумку не делали. Это в стандарте, в штатном исполнении автомобиль. Поэтому я считаю, что вполне адекватная машина. Вполне адекватный аппарат. Давайте посмотрим ее на ускорение. Да, принимает достаточно уверенно, надежно принимает. Пятиступочка. Расход у нее 7 литров на 100 километров. Заправился, неделю катайся. Вот, ну, не придраться. Единственное, что да, вот сзади места маловато, если сиденье, если водитель высокий и сиденье отодвинуто до конца назад. А так, шик, блеск, красота. Сейчас скажет, кто смотрит, скажет, слушай, ну Тимур, ну завязывай, ну ты столько дифирамбов появишь в этой машине, есть машины круче. Ребят, есть и самолеты круче, на самом деле. Все зависит от кошелька потребителя. Но если бы я стоял перед выбором и имея определенный бюджет 800 тысяч рублей, я бы, наверное, все-таки купил наш автомобиль, пусть он будет обосранный многими обозревателями, пусть там будут говорить, да советские не умеют делать машины. Пусть говорят, что хотят. Я же опять говорю, это лично мое мнение. Не надо его ставить во главу, так сказать, всего моего обзора. Я лично за себя говорю. Все, что остальные думают, я любое мнение буду уважать. Ребят, ну сейчас мы едем, как я вам говорил, по плохой дороге. То есть вот эта вот дорога состоит из плит. Если вы слышите, может, по скатам маленько бьет. Вот. Ну, я скажу, что как бы достаточно. Ну, там тык-тык-тык-тык-тык-тык стук. Но опять же, еще раз повторюсь, ничего в салоне не бренчит, не стучит. Достаточно машина себя предсказуемо ведет. Рулевое управление, в принципе, достойно уважения. Куда повернул, люфта практически нет. Да даже и нет его. Хотя нет, ребят. Вот чуть-чуть вот. Вот так, если делаешь, то да, маленько. А чуть-чуть, и она все пошла. То есть, ну, я думаю, что это погрешность рулевой рейки. Ну, поэтому мы как вот по рельсам фигачим. Тормоза придумали трусы, но здесь нормальные. Да, динамика достаточно неплохая. Ну, мы все знаем, что начиная, наверное, с девятки, десятки, вот эти приоры, гранты, весты,
У них у всех неплохая динамика разгона, передний привод. А что говорить, классика, наверное, уже классика не заднеприводная, а уже классика жанра вот эти машины. Их еще выпускают, я думаю, что выпускать будут достаточно долго. Ребят, ну вот давайте так, разберемся немножко, давайте пофилософствуем на тему автомобилей за 700-800 тысяч рублей. Да? Что мы можем в натуре купить за эти деньги? Мы можем купить Volkswagen Polo, мы можем купить Ладу Весту, мы можем купить Kia Rio. То есть выбор-то неплохой на самом деле, достаточно такой достойный. Лично я, наверное, все-таки отдам предпочтение, наверное, Volkswagen. Ну, это опять же мое мнение. Давайте так, небольшой резюме я подведу. Покупайте любую из этих машин, они все хороши. Не худший вариант, не худший. Пластик, ну, пластик, конечно, говно. Ну, что должно быть говено в этой машине? О, деревяшка мне. Могли бы вообще помягче сделать. Есть же у наших материалы, чтобы сделать помягче. Потолок хороший. Потолок нормальный. Зеркало хорошее. Да, в принципе, все окей. Да давайте не будем выпендриваться и скажем честно. Нормально. А машины этого класса выбирайте, кто чего хочет. Кому что больше нравится. Вот и все. Ну, ребятки, что я вам скажу? Вот, конечно, СВ есть СВ. Да, низкая машина у нее, естественно, клиренс невысокий. Кстати, едем по гравийке. Вот я специально чуть скорость прибавил. Вот в поворот по речи сейчас зайдем. Ну, друзья мои, офигенно. Вот для этой машины результаты очень даже неплохие. Для этой машины просто великолепно. Опять же, вот я тут говорил про пластик. Ну, ничего не скрипит, не хрустит. И цена-качество на высоте. Ребят, за свои деньги, я вам скажу так, за свои деньги, это нормальный вариант автомобиля. Нормальный. Кондишн есть? Есть. Колеса есть? Есть. Багажник здоровенный. Что еще надо? Взяли и катайтесь. Голову не грейте. Главное, аккуратно ездите, соблюдайте ПДД. Не бухайте за рулем, не бухайте. Я вас очень сильно прошу. Это грех. Великий грех бухать за рулем. И все, все остальное в порядке. Ездите, балдеете. Ребят, спасибо, что посмотрели мой обзор. Обзор на Ладу Весту СВ. СВ, это я вам скажу, это супер вагон. Вагон, на котором можно хоть куда, хоть как. Сегодня я ездил, катался, тестировал этот автомобиль и по асфальту, и по гравийке, и по этим, по плитам. Мое резюме. Машина стоит своих денег. Конечно, хотелось бы подешевле, но имеем, что имеем. А те диванные критики, то, что сейчас скажут, да ну ты чё, Вася, машина говно. Ребят, ну вы купите сначала ее, покатайтесь, потом будем обсуждать, что где говно. Может, для кого-то Москвич 412 шедевр, а для кого-то говно. Поэтому у каждой тачки свой потребитель. Не надо засирать чужой транспорт. Да, есть везде недочеты. Вопросов нет. Да, сзади места мало. Согласен. Ну, так или иначе. Любите любую машину. Вот прям любую машину любите. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик или своими бубенцами. Все, всех обнял, всем пока.